Good morning, children. Good morning, teacher. How are you today? We are fine, thank you. В 29-й школе имени Мурачева английский входит в число базовых предметов для изучения. А с 5-го класса в качестве дополнительного иностранного языка дети постигают азы французского или немецкого. Во время занятий уже трудно обойтись без современной компьютерной техники, интерактивных досок, проекторов. С цифровым поколением надо разговаривать на одном языке. Вопрос, касающийся нехватки нового оборудования, прозвучал во время прямой линии с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым. В 29-й школе в рамках реализации нацпроекта «Цифровая образовательная среда» такая техника появится в этом году, а к 2024-му во всех образовательных учреждениях города. Оснащение идет достаточно интенсивно. В 2019 году две школы города получили такое оборудование, в прошлом году 9 школ, и в этом году еще 8 школ. И так далее до конца 2024 года. В каждой школе будет такое оборудование. Окей, Лиз, бетефор? Шолдер. Окей, гуд, сэр, слышь. Классические лингофонные кабинеты уходят в прошлое. Их заменили современные классы иностранных языков, оснащенные цифровым оборудованием последнего поколения. В 11-й школе Белгорода такой появился в 2019-м. В 2019 году наша школа была включена в федеральную программу «Цифровая образовательная среда». И эта программа нам позволила войти в региональный проект доброжелательной школы. В рамках этого проекта мы получили ноутбуки, 57 ноутбуков, 16 компьютеров получили, 4 интерактивные доски и 3 МФУ. Все это оборудование используется на сегодняшний день активно в образовательном процессе. Совместная работа педагога и учеников в таком кабинете поднимает процесс обучения на качественно новый уровень. Интереснее стали занятия? Интереснее стали занятия, и плюс легче все запоминать. Мне нравится заниматься в этом классе, я узнаю каждый день что-то новое. Больше занимаемся с новой техникой и больше узнали, чем на обычном уроке. Плюсов очень много проведения уроков в таком формате. Во-первых, это разнообразие подготовки заданий, это современность и актуальность непосредственно подготовки заданий, особенно это важно для иностранных языков, где информация и новые слова появляются у нас чаще. Также дети имеют возможность услышать речь носителей языка. Новое оборудование поможет в изучении не только иностранных языков, но и других предметов. Детям интереснее заниматься и добиваться высоких результатов в учебе. А педагоги получают четкую и объективную картину знаний учащихся. Система показывает, что усвоил на уроке каждый ученик, а с изучением какого материала возникли проблемы. Все фиксирует и обрабатывает компьютер. На плохой почерк, предвзятое отношение педагога или волнение перед аудиторией, ошибки уже не спишь. Виктор Апальков и Александр Поддубный. Белгород Медиа.